В очередной раз отказали русским в принятии, в ускорении принятия гражданства. Все государства дают. Немцы, Израиль, венгры, все, поляки. Моментально дают гражданство. Вперед что-то дают. Без всяких ограничений. Без экзаменов. Единственная страна специально ввела. Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Где эти другие, о которых вы заботитесь? Я не видел ни одной жалобы, что кому-то за рубежом не дают гражданство, вернее, наши не дают гражданство. Никто нет, кроме русских. Они стоят в очереди, над ними издеваются. Начиная с Первой мировой войны, австрийцы сделали специальные лагеря. Поэтому это позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам нашим граждан, проживающих за рубежом. Я покидаю такой зал. Мне с вами не по пути. Рыжак Николай Иванович от фракции «Справедливая Россия». Скажите вашим детям, что вы не русские здесь сидите, а предатели русского народа.